так сделать, я пытаюсь только научиться, если где-то в боевых каких-то условиях, типа того. О, авария, прикинь, Can't go this way. Ты ёбнулся, что ли? Куда ты нахуй?
Охуеть, блядь. Fucking idiot! Назад не может? Нет. А тут еще менты сзади были, да? Да. Ну и Игорь, нет? Нет. Слушай, у меня жена в реанимации лежит. Я еду, блядь, проведывать, он у меня сын сидит. Понял? Да. Я вон вылез, чтобы сюда повернуть, объехать эту пробку. Я стою уже 15 минут. Ну все стоят. Друг, я тебе сказал, я никого не хотел обидеть. Ты если проехал бы, мы бы и не расстались бы. Ну я понял. Но я, у меня жена в реанимации, понял? Да, да. Нормально. Ну ладно. Веселый. А назад он свободно. Свободно слева, справа, ёб твою мать, нахуй. Нахуй, блядь, накажет, понял? Накажешь, накажешь. Я тебе отвечаю. Take the exit on the right to I-44 East toward Accra City. Shit, you stupid motherfucker! Oh, shit! God damn it, you dumb motherfucker! He kept going! Stupid!